Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня март, и муж в магазине строительном купил лампочки для того, чтобы повесить вокруг кровати. Лампочки вот такие. Это фирма Эгло, название Пастери, номер 96481. Муж даже эту лампочку распаковал. Она будет выглядеть вот так вот. И верхний плафон сюда идет. Мне такая лампочка очень нравится, потому что можно включить верхнюю лампочку отдельно. Или же, когда захочешь почитать, то можно включить еще и нижнюю и направить на книгу. А если не нужно, то можно ее не включать. Сегодня муж будет ее устанавливать. Он сейчас линейкой измерил высоту, пометил и поставит, надеюсь. Вот у нас здесь заранее уже вытащены провода были. И мы хотим ее присоединить так, чтобы свет включался отсюда. Здесь мы поменяем на другой выключатель, двойной. Здесь есть у самой лампы тоже два выключателя, но мы соединим так, чтобы выключалось через тот нижний выключатель. Сейчас мы возьмем дрель, возьмем шурупы и прикрутим вот эту пластину вот сюда. Так хорошо вкрутилось, потому что за гипсом у нас стоит досочка. Так, выставим по уровню. Вот. Пузырь по центру, значит, четко. С другой стороны. Электричество мы отключили в щите. Ничего страшного, это тут не подключено. Так. Проверим. Сейчас мы зачистим эти провода. Я не знаю, нужен такой длины. Но не будем обрезать, вдруг когда-нибудь понадобится побольше. Теперь вот мы тут разъединили. Изначально на один должно было просто к электричеству подключаться. А теперь у нас будет, значит, эта фаза для одной лампочки, для другой, и нейтральный провод будет к этой, к оригинальной колодке . В общем, мы решили не мучиться, а все соединить с помощью быстрозажимных клемм. Так будет проще всего. Чпок. Так. Это у нас какой провод? Нижний будет у нас к зелененькому подходить. Хлоп. Значит, верхний у нас будет коричненькому подходить. Это мы запомним, чтобы выключать это тоже примерно. Все, лампа подключена. Осталось только прикрутить ее к стене. Чик. И крутим. Чик-чик-чик-чик-чик. С одной стороны прикручено, а с другой стороны
У нас есть небольшая проблема, поскольку у нас нет такой короткой отвертки. Ну, это ничего страшного. Все, вкручиваю. Сейчас я принесу отвертку покороче. Вот у нас оказалась такая небольшая отверточка, которую можно так крутить около стены. Прикручено очень надежно. О! Проверяем уровнем. Идеально. Так, ну и чтобы далеко не встать, мы уже поменяли выключатели. Поставили вот тут с крышечками. Как я и хотела. Да, и поставили два выключателя. Ну-ка, нажми. Ну ладно, нормально, кривая. Берем плафон. Откручиваем крышечку, ставим плафон сверху. Не снимаем пленку, потому что ремонт потом снимем. Так. Не снимаем, потому что строительная пыль еще будет оседать. Да. Именно поэтому не снимаем, да, Илюша? Ну, будет оседать. Берем ту же лампочку, что тут и была. Вкручиваем. И вуаля. Ну, включай. Не поставил ты лампу, похоже. Не поставил ты лампу, мы с зрителем говорим. Муж поставил лампу. Давай сначала встань. Я буду говорить, муж поставил лампу 15 раз. Вот мы установили лампу. Давай. Муж, похоже, поставил лампу. Розеточки, которые, если не надо, я буду вот так вот закрывать, и они не будут своими пятачками мне мешать. Было так, здесь тоже поменяем сейчас. Алешечка, тут у меня, мой красавчик, свет не проводит. Какая красота получается. Ближайший верхний, да? Розетку. Раз, два. Не очень сильно. Пластик не сломался. Красота, красота, как мало нужно для счастья. Вот эту клееночку мы снимем потом, потому что сейчас строительная пыль летает. Также потом с ручки тоже сниму вот этот вот наконечник, он тоже снимается. А может, не снимается? Пусть будет. Нет, он снимается, вот он снимается. Я его все-таки назад одену. Ну вот, красота какая. Спасибо, Лёшенька. Просто идеально. Молодец. Еще Лёшенька купил сегодня для нашей ванной комнаты держатель для чистки унитаза и держатель для бумаги. Сейчас он мне обещал его тоже собрать. Давайте посмотрим. Это старый, а это новый.
Лёшенька собрал вот этот держатель для туалетной бумаги и для ёршика. По-моему, он сюда очень хорошо подходит. А как вы думаете? Заодно хотела вам показать, как работает наш унитаз. Водичка уже есть у нас здесь. Поднимаем крышечку. Красота, правда? Ну и водичка у нас тоже есть. Холодная. Горячая. Красота. Здесь нужно поставить стекло. Для того, чтобы когда в душе включается вода, чтобы она не капала вот на этот столик. Но это надо заказать, я не знаю, когда привезут. Дорогие друзья, уже вечер, мы едем домой отдыхать. Потом у нас план вот эти ящики собрать, положить и в шкаф. А на сегодня у нас все. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Пишите, подписывайтесь, обязательно комментируйте. Я очень рада, что вы у нас есть. Пока-пока!